Ну вот по себе я могу сказать. Во-первых, это фамилия, конечно. Сразу по фамилии. Понятно, что немец. И плюс по тому, что пунктуальные, там, аккуратные во всем. Все равно нас отличают. Вот. Хотя внешне нас, конечно, никто не отличает. Нас все считают русские, русские. А именно кто знает, кто с нами сталкивался, общался, там, вместе учились или работали, все уже знают, что немцы, и идентифицируют как немцев. Это вот по себе. Ну, что можно сказать, что раньше действительно, когда мы были молодые, немцев отличали от других наций. Сейчас эта грань стерлась. И особо не видно, что мы немцы или русские. Тем более немцев у нас почти здесь нет, поэтому все считают, что мы русские. Ну, конечно, немножко обидно, что я тут один. Вот, что моя вся родня в Германии, мы особо не общаемся. Вот, еще где моя мать похоронена, это в России, там немного родни осталось, но все вот эти вот сейчас новое государство, новые границы, друг к другу ездить стало сложно, поэтому общения нет. Родственники, конечно, которые живут там, они живут лучше, чем мы здесь. Вот. Но связи мы просто не поддерживаем с ними так очень редко. Ну, возвращаться сюда, конечно, не рекомендуем. Естественно, немцы все равно уезжают отсюда, уже осталось очень мало. В Германии я не был никогда. Ну, родственников там много. Ну, они или уже своей жизнью там живут, что им наши проблемы, как говорится, не нужны. Поэтому с нами стараются поменьше общаться. Вот мы по скайпу иногда выходим, там разговариваем, говорим. Ну, а так, чтобы они приглашали нас туда. Вот моя родня меня не приглашает. Вот так поговоришь, и на этом конец.